Туве стартует акция «Розовая лента». В Рез-онкодиспансере и поликлиниках регулярно будет проводиться обследование молочных желез женского населения при помощи анкетного и маммографического скринингов и УЗИ молочных желез. Также в диспансере работает школа пациентов. В период проведения акции она будет посвящена самообследованию не только молочной железы. Акция «Розовая лента» направлена на совершенствование раннего выявления злокачественных новообразований. Кроме того, врачи-гинекологи также советуют пройти обследование на выявление рака шейки матки. Стоит отметить, что ранняя диагностика выявления злокачественных новообразований снижает смертность онкологических больных. В медико-диагностическом центре принимает гинекологических больных, здесь же определяет на инфекции, передающиеся половым путем, также определяет на вирус папилломы человека и мазки на цитологию, а также обследование жидкостной цитологии. В чем заключается жидкостная цитология? Это определение раковых клеток шейки матки. Там процент выявляемости очень большой, где-то 95%, 99% выявляемости.